Тем не менее, мы сегодня поговорим с вами также о совместимости, то есть непосредственно о задачах, которые необходимо выполнять в партнерстве. Ну, наверное, многие подумали, что это я еще там должна кому-то выполнять, какие-то там уроки делать и так далее. Поэтому сегодня я дам небольшой теоретический материал, чтобы убедить вас в том, что действительно над отношениями нужно работать. Это большая ответственность. Ну и прежде чем мы начнем, напомню, что на этой неделе, буквально сегодня вечером, сразу после эфира, у нас стартует вечерняя школа по таро-нумерологии. Это как раз и есть тема совместимости, прогнозирования, судьбы. И мы там рассматриваем дома родителей, дома будущих партнеров и так далее. Это очень большой, интереснейший материал, который мы преподаем непосредственно в формулах на вечерней школе. И также в эти выходные, в субботу, я буду читать сама лично семинар. Он будет однодневный. И в этот семинар входит веб-программа, компьютерная программа, с помощью которой вы облегчите свои расчеты, то есть сделаете это значительно быстрее. Поэтому приглашаю вас на выбор уже, пожалуйста, на ваше усмотрение, либо непосредственно сами расчеты сегодня на вечерней школе, либо в эти выходные уже вы получите в подарок в том числе и компьютерную программу. И опять-таки для того, чтобы мои коллеги уже приступили к расчетам, сегодня мы будем рассматривать совместные задачи в партнерстве. Те, кто у нас уже был, можете уже легко себя посчитать. Это так называемый СЗ-3. На доске есть формула, как это можно рассчитать. Для этого нам необходимо сначала рассчитать социальную задачу первого партнера, соответственно, рассчитать социальную задачу второго партнера, а дальше просто просуммировать эти арканы. Напомню, что у нас и в Инстаграме, и в Ютубе я неоднократно давала толкование этим арканам, поэтому останавливаться на этом я сегодня не буду, у нас всего лишь час с вами, поэтому вы можете посмотреть толкование там. Но те, которые зададут вопрос непосредственно в эфире, будучи в Инстаграме или в Ютубе, или вот я с вами в Зуме, то вы получите не только ваше число совместимости, но и самое главное – это толкование. И прежде чем мы начнем непосредственно наш сегодняшний эфир, я хочу, как я уже и обещала, рассказать вам, почему необходимо выполнять задачи в партнерстве. Ну, конечно, это не обязаловка, это не вакцинация, да? Но, тем не менее, это очень нужно, поскольку крайне важно, чтобы пара развивалась. Это то же самое, как выйти из плоскости в какой-то объем. И многие люди говорят, что в отношениях самое главное что? Чувства, правильно? Чувства, эмоции. Даже некоторые говорят, вообще все отношения только на чувствах и эмоциях держатся. Я с вами соглашусь, но только отчасти. Я сейчас поясню, почему. Ну, в мире вы понимаете, да, что есть такое понятие, как закон симметрии или закон подобия, да, и все в мире подчиняется определенному балансу, некие весы. У нас есть мужская янская энергия, у нас есть женская иньская энергия, и только тогда, когда они находятся в абсолютной гармонии и в равновесии, у нас может что-то родиться, родиться положительное. И помните, нам боги нас создали по своему подобию. А в чем заключается суть этого подобия? В созидании, в творении. Не только в том, чтобы наблюдать и созерцать за миром, а именно что-то создавать. Вот если мы, например, будем рассматривать отношения только с точки зрения чувств и эмоций, да, вот как многие биоэнергеты говорят, что мы обмениваемся энергией. Но тем, кого не видно, у меня на листке бумаги обычный формат А4 нарисованы две стрелочки. У нас, условно говоря, мужчина и женщина как два партнера. И вот между ними идет контакт. Да? Контакт у нас может происходить по двум арканам. Это либо янский, то есть мужской, 15-й аркан. 15-й аркан – это аркан страсти, такой чувственности, да, такой прям вот эмоциональный очень аркан, но он касается исключительно однотипных отношений. Да? Недолгосрочных женщины знают. Но, тем не менее, мужчинам эта энергия очень нужна. А у женщин, соответственно, энергия по карте влюбленной. Здесь у нас двое партнеров, над ними ангел благословляет. В общем, все, как мы женщины любим, да, чтобы было такое творчество, нас благословляли на различные отношения. Поэтому бывают и вдохновленные отношения, лирические, да, и непосредственно страстные отношения. Но вот, как вы видите, дальше у меня идет определенная стрелочка. Вот почему эту стрелочку нужно провести, сейчас покажу на этом листочке бумаги. Вот у нас два
партнера, мужчина и женщина. Причем это не важно, это может быть даже деловой союз, да? Вот два партнера, и вот между ними пошла энергия. Вот эта вот энергия, которую мы называем влюбленностью, да, или симпатией, или той же самой страстью, ну, наверное, мы уже женщины взрослые с вами, да, заметили, она недолговечна, правильно? То есть она нам дается сразу. Вот мы увидели какого-то некого мужчины, все, вспыхнуло чувство, да, все мысли только им заняты. Это как раз симпатия или влюбленность. Но через две недельки все как-то стихает потихонечку, да, если чем-то не подпитать. Почему? Потому что эти эмоции нам даны в кредит. Вот в чем вопрос. В кредит. И если мы этот кредит не проработаем внутри себя, не проработаем в партнерстве, то они, эти эмоции, уйдут. Нам их необходимо в течение наших свиданий, скажем так, переродить из влюбленности в чувство любви, что очень редко происходит по одной простой причине, которую чуть позже расскажу. И вот когда вот эта энергия потихонечку кредитно истихает, мы уже не чувствуем отдачи, потому что энергию дали, она растрачивается, а ничего извне не поступает, потому что источник извне, он другой. И что начинается? Начинается депрессия в отношениях. У нас отношения переходят либо в стадию умеренности, чуть позже скажу почему, либо в стадии Луны, то есть либо 14, либо 18 аркан. И в этот момент люди, вот она, источник энергии, пожалуйста, они начинают обмениваться энергией, но у нас уходит все в отрицательное значение, энергии не хватает, внутри ее все иссекли. Что оно происходит? У нас происходит замещение этой энергии на отрицательную. Начинаются измены, ревность, агрессия, да? Стрессы, какая-то вот, ну, всевозможные вот переделки, когда люди не уважают друг друга, сопротивляются друг другу, вот они превратились в этот огромный комок. Где здесь обмен энергии? Этого обмена энергии нет. Вы скажете, ну как же, можно попросить прощения? Без проблем. Давайте попросим прощения у этого листочка бумаги. А теперь развернем его. Вот мы друг друга простили. Что мы получаем? Обмена энергии по-прежнему нет. Весь наш листочек изорван, скомкан, и нет постоянного обмена энергии. Потому что на чувствах и эмоциях отношения долго продержаться не могут. Это кредит. А где же нам взять тогда вот этот неиссякаемый источник энергии? А вот этот неиссякаемый источник энергии – это и есть задачи, то есть цели в партнерстве. Вот они, ваши чувства, иньская энергия. Что нам нужно придать этим отношениям? Янскую энергию, цели, задачи, структура, необходимость, какое-то движение – это все янская энергия. И если у нас не происходит переход чувств, эмоций в совместные хобби, какие-то совместные задачи, пожалуйста, в рождение ребенка. Но помните, о чем говорит третий аркан, рождение ребенка? Разве он говорит о детях? Кто у нас нумеролог, тарологи? Разве о детях? Нет, друзья мои. Этот аркан об отцовстве и материнстве. Там вообще слова о детях не идет. То есть это совместная задача, что не только зачать и родить ребенка, а и воспитать, помните, и поставить его на ножки. Это действие, а не чувство. Ну, в том числе, конечно, чувство. И если пара переходит на уровень брака, рождается ребенок, это тоже является действием. Но если мы не переходим к этому, 17-й аркан – это аркан совместного творчества, совместных идей, совместных целей, задач и так далее, то мы переходим, если у нас преобладает иньская энергия, мы переходим в 14-й аркан. Когда все эмоции, помните, в колодец вода, из колодца вода ушла, ничего не поступило извне, и у нас образовалось что? Болото. У нас энергия перетекает из одной в другую, ничего не происходит. И рано или поздно, в лучшем случае, это так и останется болотом, а в худшем случае это приведет к расставанию. И второй тип отношений, когда слишком много янской энергии, то есть это больше деловые отношения. И тогда мы переходим с вами в аркан Луны. Обратите внимание, то есть у нас что? Слишком много действий в отношениях. Здесь у нас было слишком много эмоций, смятый листик, а тут у нас слишком много действий. Чувств нет в отношениях, только совместные задачи. Да, у нас как, есть такое понятие, как обязательство в отношениях. Вот люди замуж выходят и говорят, я приобрела обязательство. Да ладно, вы приобрели возможность раскрыться в созидании, а не обязательство.
Так вот, если вы думаете об обязательствах, то у вас два партнера. Смотрите, здесь изображена на карте собака и волк. Это два партнера. За их спинами находится рак. Напомню, что рак, как созвездие, отвечает за семейные узы, за род, прохождение различных уроков именно в родовом вопросе. Но этот рак находится у них за спиной. Он им не интересен, то есть чувства, эмоции им не интересны. И куда они смотрят? Они смотрят на общую цель. Они смотрят на некий небесный объект, который находится наверху. Но знаете, что интересно? Из-за того, что между ними нет чувств, а только обязательства, они не обращают внимания на то, что смотрят как бы на одну цель, но разными глазами. Обратите внимание, что собака смотрит на солнце, а волк смотрит на луну. Они говорят на разных языках, они все видят абсолютно по-разному, между ними полностью отсутствует интуиция и взаимное согласие. И более того, если посмотреть даже на карту, между ними 12 часов разницы. Они живут в разных полях. И это либо приведет к 18-му аркану в отрицательном значении, мы помним, это измены, это предательство, это ложь в отношениях, потому что не достигается общая цель, нет чувств в отношениях. Либо, естественно, приводит к 13-му аркану, это разрыв отношений, но не просто разрыв, это взаимная месть, это взаимное оскорбление, это война в отношениях, это препятствие в отношениях, соперничество и так далее, и так далее. Поэтому если у нас чувства, они не подкрепляются действиями, то есть совместными задачами и хобби, то мы либо уходим чрезмерно в иньскую энергию, наши отношения разрушаются, либо переходим в янскую энергию, и отношения также разрушаются. Но если мы приобретаем общую цель, общую какую-то вот, знаете, идею, которую каждый вкладывает кирпичик за кирпичиком в свою необходимость, то мы приходим к общей цели. И эта общая цель нас приводит в два типа отношений. Если преобладает больше янская энергия, то мы переходим в 22-й аркан, и это дружба. А если все-таки больше иньской энергии, то мы попадаем с вами именно в родственные чувственные отношения. Поэтому единство иньской и янской энергии дарует нам возможность по-настоящему иметь друга или возлюбленного. Иньская энергия, напоминаю, это чувство, эмоции, забота, ласка, доверие, в конце концов, да? А янская энергия – это совместные цели, задачи, действия. Ваша пара через 10 лет должна сделать больше, чем то, с чем вы входили в эти отношения. Тогда вы молодцы. Но если через 10 лет, не дай бог, конечно, вы разводитесь, и у вас все тот же маленький комочек с нижним бельем, то, к сожалению, ваша пара ничего не достигла в этих отношениях. Так вот, для чего я все это рассказывала? У нас у каждого из вас есть что? Социальная задача, да? И если при социальной задаче у нас выходит янский аркан, он написан здесь, это 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 и 19, янский аркан, то в отношениях такой человек должен привносить действия. Ну, давайте возьмем так на примере. Девушка, например, ну, допустим, с 10-м арканом, да? Помните, я всегда еще на семинарах шучу на эту тему, что вы, девушки, попали, потому что вам необходимо что? Обеспечивать своего партнера, ну и себя в том числе. Вроде как не женская задача. А кто установил эти рамки? Женская она или мужская? Вот на прошлой неделе на бакалавре разбирали трагический случай с девушкой. Хотя по факту она все сделала правильно. Просто она пошла по стереотипу, что ее основная задача – это рожать детей. И из-за этого возникли трудности. Так вот, если у вас социальная задача, то есть СЗ1 мужская, вам нужен партнер какой? С иньской программой, то есть домохозяин, любящий, мягкий, да, добрый и так далее. А мы себе стереотипно женщины ищем какого? Такого же 10-го, что не совсем корректно. Если у вас женский аркан, то есть иньский аркан, напоминаю, это 2, 3, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 и 22, то вы как раз должны в отношения приносить любовь, чувства и эмоции.
А партнера вы должны искать себе полную противоположность себе из янской группы. Тогда у вас будет гармонично и спокойно выстраиваться отношения. И не забывайте, что наличие противоположного по энергии, скажем так, аркана еще не гарантирует вам успех в партнерстве. Самый главный успех, если вы объедините эти энергии. То есть, еще раз напоминаю, чувства и эмоции, запятая, совместные задачи и цели. Вы представляете, как вдохновляют отношения, которые построены на совместном хобби, на совместном спортивном увлечении, на увлечении, пожалуйста, нумерологии, чем угодно. Эти отношения подкреплены и будут вечными по сравнению с теми, что построены только на 15-м или на 6-м аркане. Такие отношения в кредит. Что ж, друзья, мы с вами разобрали теоретическую часть, и сейчас приступаем непосредственно к анализу ваших дат рождения. Я буду вам рассказывать о том, какие у вас совместные задачи в партнерстве, а вы уже для себя будете определять, вы все верно делаете или все-таки чуть-чуть не дорабатываете.